Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Ratchet & Clank первую часть и отправляемся на новую планету Quarks HQ. Не знаю, что бы это значило. Но в любом случае, посмотрим. О, хорошая планета, помню её. Везде колючая проволока и всякая херня. We might be dead by then! What? All right, Clank, let's get going. Так, ну путь я пока вижу только один, так что... Возможно, тут никаких ответвлений нету. Что, наверное, должно радовать. Новое оружие посмотрим. Hi there, Fuzzball. Не-е-е. Пусти меня, чудо-ящик. Ну вот тут уже есть два ответвления. То есть вот этот лифт. И вот эта дорога. Ладно, пойдем на лифт. Спасибо. Спасибо, ублюдки. Ну, в этом уровне нету ничего сложного, так что... Так что не стоит даже и переживать, бам! Они, кстати, подлетают, так что... Или не подлетают, подлетаете вы или нет? Эй, бомбочка. Ну, странные бомбочки. Пип, 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 пип. Нормально, нормально, пулеметик стреляет, анально. О, по нему же можно тоже стрелять. Так. Но он не на постоянно исчезает, а сейчас опять вылезет. Или же можно его сломать, если постараться. Не. Ну и хрен с ним. Вы точно не... О, я говорил. Вот эти еще и летают. Но если вот так вот встать как-то и выждать их сейчас. Таких. Опс. Ладно. Зато сколько с них болтов падает. Что это за звук, как будто что-то сломалось. У? Ну почему? Я, конечно, мог бы просто прицелиться вручную, но... Это ж не то. Ну, почти все. Только если у нас патроны кончатся, будет печально. Это хорошо, когда эти кнопки рядом друг с другом, а когда их много, уже не очень.
Ну тут они немножко подальше друг от друга, но в целом все еще нормально. Вот этот мост разваливается, по-моему. И этот тоже. Так, тут уже будет немножко посложнее пулемет, но тоже все простенько. Подставили. Упс. Интересно. Ну а тут явно должен быть болт. Если нажать все кнопки. А может быть и не болт, но скорее всего болт. Если мне дадут какую-нибудь ачивку, типа за 10 болтов, что-нибудь такое. Всего-то тут их 40. Но 40 я не буду собирать даже... ради какой угодной ачивки, даже денежной. Блин, да, тут тесновато, ищите кнопки. Ну, сейчас я пока только болты собираю, так что... Так, ну что, 3 кнопки. Достаточно неплохо, попробуем. А где что открылось-то? Гениальный вопрос. Ой. Но это не тут открылось явно, так что... Интересно. Упс. Ну и куда мне? А, есть идея. Почему бы не сделать сразу так? Ну, так более-менее понятно. Если я с одним хелсом выживу.
А вот оно, место. И что мне опять? Нет, я не верю в это. Так, ну тут дверь должна быть открыта, да? Так, а чё за херня? Она тут должна быть, она закрыта. Класс. Можно было сразу сделать так быстро, но тогда я ничего не насобирал бы. О. Кстати, можно сделать еще таким образом. Но если не получится, я умру. Я умру. Нет, не умер. Ладно. Не долетает? Круто. Наверное, стоит сходить за квадратиком здоровья. Или не стоит. Но все равно близко, ладно. Тесно, статую можно как-то разбомбить. Попробуем бомбочкой. Может, правда, не одна бомбочка нужна, в этом вся проблема. Или посильнее бомбочка. О, пошло дело. Так, что у нас там? Ничего. Там коробки надо взять. Ой, там же рыбка. Она может меня заживать. Я об этом не подумал. Ну, теперь рыбка будет на дне. Лечилка, наверное, по-моему, не нужна. Так, наверное, стоит сначала спуститься, прежде чем набирать, убить рыбы, которые могут меня заглотить, я думаю, когда я нырну. Что за ракушка? В ней, наверное, болты. Как раз можем тут воду вытянуть. Так, интересно, до туда я долечу или нет?
Ха, уже без воды там просто на бок завалилось. Так что я и делаю одолжение, убивая гаечным ключом. Ой. Ну, теперь, наверное, можно тут набирать воду. Ну, тут воду нужно спускать, чтобы на крюке было удобно прыгать. А так там все равно глубоко. Полетели. На миниатюрных ножках. Ну, вроде все. Так, ну сюда мы не допрыгиваем. А в чем был прикол? Возможно, я так долечу, если... А, сейчас попробую. Ну, конечно. Нет. Может, все же допрыгивает? Ну, конечно, допрыгивает. Вот только я не уверен, что теперь с водой... А, допрыгнем, я думаю. Нет. Придется спускать воду и забираться. Надо, мы уже конец близок. Конечно, долгая мапа. Но она долгая чисто. А, возможно, долгая чисто, потому что других ответвлений нету. Так, если соединить другие мапы, где есть ответвления, то они тоже длинные, но за счет своих разных дорожек. Ну что, я на всякий случай достану пушку. Не доверяю я им. Well, well. You two continue to surprise me. Step into the ring of heroes, and I will finally give you what you deserve. Ratchet, this is no time for you to become cautious. We have reached our goal. I don't know. There's something fishy going on here. Listen to your little metal friend, Ratchet. Your destiny is mere steps away. It's just something doesn't seem right. This is it. Quark is going to help us stop Cheb and Drek. Why, thank you, Clank. You've been most helpful. Get off of me, you idiot! I love it when a plan comes together. What do you mean? What do you think he means, genius? He's not gonna help us. He's gonna kill us. You catch on quick. Although there is one problem with your hypothesis. I'm not going to kill you. You're not? No. He is. But
Why? But why? It's really not that difficult to decipher. I'm the official spokesman for Drek's new planet. I can't have you two getting in the way of my comeback. This isn't over, Quark. No. But it will be soon. Ай, ну что, поехали. Не помню, как его убивать. Ладно. Надеюсь, что вспомню. Возможно, просто стрелять по нему надо. Пойду проверю. Хотя тут есть какие-то... Glows of Doom. Зачем они мне, если у меня нету такого оружия? Ну, наверное, тут бы оно пригодилось на тему такого. Ну ладно. Тяжелый босс. Да, временами попадает. Пойду, короче, со здоровьем, в одной коробке с патронами сломаю. Сейчас он, по-моему, провалится и... потеряет еще один квадратик здоровья. Так что то, что у него много квадратиков здоровья, никак... ой, не влияет на его силу. Вот только проблема, что моста не стало одного. Стреляем ему взад. Куда ты идешь, дебил? Ну, умно, да, давай. Стой там. Думай. Ой, что он там бомбит. Ну, идет. Мостов больше нет, там не прыгать придется. Ой, не упасть бы в лаву, далекие прыжки тут походу. Хотя не так, чтобы сильно. А вот мост еще один есть, вижу. Вот ублюдок. Плохо, что тут только бомбочки. Ну не только, ладно. Ладно, пошли в эту сторону. Такой достаточно дурацкий босс. Я пойду свои патроны возвращать. Хотя бы части. Потому что все, по-моему, исчезли. Нет, не все. Нормально. Хорошо, что я не умираю. I wonder what that infobot is for. Maybe it can replace you. We're pinned down! We're pinned down! The ships are hammering our position from the air! That was a little too close. We need support now! Actually, I need support. My entire battalion went AWOL and left me to fight this war on my own. If the enemy doesn't kill those guys, I will. I'm not gonna last much longer! Requesting immediate assistance! Over and out! Those are Drek ships destroying that planet. We must help that commando. Are you serious? That's it! I am out of here! Captain Quark is gonna be sorry he messed with me. This is not about Captain Quark anymore. There are innocent lives being lost. Yeah?
Well, I'm done with this stupid hero stuff. I got my own agenda now. Ratchet, this is not like you. What do you know about me? You've spent this whole time looking for Quark. You don't know anything about me. I know that you will do the right thing. Well, right now the thing I want to do is find Quark. How do you start this stupid thing? Have you forgotten? You need a robotic ignition system. I will start the ship if you agree to help that commando. So, blackmail, is it? Fine. Just shut up and start the ship. Back so soon? Oh, you're talking to me. I'm not in the habit of talking to myself, you buffoon. Did you get rid of them? Yes. No. Well, I had this plan, and I thought... You thought? You thought? I do the thinking around here, you slug-brained idiot. I simply needed you to eliminate those two nuisances before they could cause any real trouble. But I wanted to... Do you still want to be the highly paid spokesman for my planet? Yeah. Then the next time I send you to do a job, I want results. Now get out of my sight. Я не помню, выбирал ли я планету эту, баталия. Но мы уже на ней, так что ладно. Будем разруливать. Add attention, you deserting maggot! The next time you soldiers try to go AWOL, I'll shoot you myself! Look, I just wanna... Zip it, worm! You see those bombers? If you don't get to the turrets and knock those ships out of the sky, this whole planet's gonna be rubble! Meet me at the city entrance! He needs our help. Yeah? Why don't you go help him? Into another trap? Well, go on. Go fight some evil. At least I'm not a coward. Whatever. As soon as I find Quark, I'm selling you for scrap. Oops. Хорошее было бы начало. Ой, маленькие ублюдки. Ну, в целом, простенькие маленькие ублюдки. Наверное, патроны я покупать не буду, они тут и так падают хорошо. Оружие новое мне тоже пока не надо. По поводу, тут будет такси вроде, когда мы вернемся. Ну, пошли сюда. Небольшое ответвление. Где-то тут на крыше есть золотой болт. В самом начале. Опс, подставили меня. Ну ладно. Ничего страшного, ничего. Ой, сейчас будем кататься тут. Ну, в целом-то... Да, хотел сказать ничего сложного в целом-то, но... Уже закончил. Блин, чуть бомбочки перепрыгивают. Все надо перепрыгивать. Ужасно. Правда, я не знаю дорогу, так что придется на шару кататься. Это пока одна бомбочка попроще, а вот по три вот тут я буду подлавливаться. Нет, второй круг я не хочу тут делать. Так, можно вот болты собрать. Ну,
Ну, я думаю, легко проедем. Это все же, наверное, тоже более обучающее сначала. Хотя, я бы не сказал. Нет, прошли. Кто ты? Что ты делаешь? We are on a mission to save the galaxy. Speak for yourself and put your hands down. You look ridiculous. Actually, I don't care who you are. I've got to get the heck out of here. I joined the army to get money to go to college. I never knew I'd end up in a war. Go figure. This is a noble cause, sir. Noble, my hiney. I just want to get home to my family. Here, I pulled this off a busted robot. Give me some bolts for bus fare and it's yours. Thanks a bunch. Good luck saving the galaxy, or whatever. Greetings, Supreme Executive Chairman Drek. As you can see, we're about to test our newest automated pilot's helmet. This helmet allows pilots to control our latest high-tech fighters using only their thoughts. Please enjoy the demonstration. Хорошо полетел. Oh, if they ever get the kinks worked out of that thing, I have got to get me one of those. If they are working for Chairman Drek, they may know where he is. Is that all you can think about? Drek this, Drek that? I got my own problems. If you cannot see the importance of this situation, you do have problems. Yeah? Well, if you're so smart, how come you fell for Quark's stupid trick? Ah, forget it. We both need to get to this planet, and that's all that matters. Так, ну, свалить мы можем отсюда, насколько я понимаю, телепортом. Плюс открыли новую планету, что неплохо. Эти дебилы восстановились, что плохо. Спускайтесь. Они током бьют, так что лучше их не поспускать к себе. Давайте подпустите, можете гаечным ключом вдарить по ним. Кстати, вот эта херня улетевшая, наверное, ее стоило... Неплохие у них пушки. Неплохие. Кстати, возможно, здесь и есть болт. Но нет. Тут создающая маленьких роботов херня. Ну-ка, спускайся. А вон там болт. Не знаю, долечу ли я. Нет. Ну ладно. Когда-нибудь, не когда-нибудь. Так, ну сюда нам, по-моему, надо, так что пойдем. Лучше откроем эту дверку. Может, там хоть какие-нибудь коробочки на здоровье будут. Так, тут у нас... Насколько я... Эй, херня. Так, одна, да. Надо поставить так, чтобы не перекрывать другие. И у меня сильно сбивается. Ага. Так, так. Вроде... Нет, опять не нормально. Ну, вот так нормально. У нас две, поэтому надо ставить их вот так. А эту... Болты поднялись неплохо. Вот дерьмо. Черт, еще и пушку не выбрал. Ну вот и потерял свою. Да. Так,
путь вниз и путь сюда, но нам надо вниз, наверное, чтобы мост опустить. Точнее, поднять. Чем он там занимается? Лучше. Так, туда я вряд ли заберусь, потому что, наверняка, эта река сталкивает. Ну, конечно, можно проверить, но... Да, именно так. Какие-то военные действия на обоих как будто планетах происходят. Ой, привет, танк. Ой-ой-ой. Что вы хотите-то от меня? У меня нет особого оружия. Блин, он прям катится на меня. Ну, получай. Еще один вылетел. Так, тут мы просто скатимся вниз, так что этого делать не стоит. Тоже было бы хорошо, если бы они тут за деревянными ящиками поставили бы взрывающийся. Ой. Да ладно. Так неожиданно наткнулся. Ну а куда мне тогда в реальности надо? Мост выдвинули. Ну, попробуем все же тогда по водопаду скатиться вниз. Что-то там явно есть в пол. Ну, вообще не обязательно его сейчас уже бомбить. Где он? Чтобы в будущем не мешались, потому что тут нам надо крутить гаечным ключом болт. Ну, легай. Даже, по-моему, две. Ну, вот и хорошо. Где аптечки? Даже в этой игре нету регенерации здоровья. А, она ведь детская, типа.
I've tried everything I know short of nuclear weaponry. No, never mind. Well, you tried. See ya. Not so fast, soldier. You're going into that compound even if I have to throw you. Aha! That ventilation shaft leads to the turret platform. Oh, gravity boots. Soldier, find a way to use that shaft to infiltrate the compound undetected. Правда, по-моему, он нам их не даст. You've shown bravery by making it this far, soldier. And for that, I reward you. I intercepted this communique that you might find useful. Take it. I'm off to find my battalion. Good luck. Hello once again, fellow Blog. I hope this message finds you well. As many of you know, our home planet is no longer habitable. We've abandoned our factories, our laboratories, and our happy lives because of the encroaching pollution, leaving much behind. Fortunately, the nearby planets will supply us with all we need to create our new home, which is nearing completion. Once our scientists locate the ideal orbit, our new world will be perfect. So reserve your space now. Prime locations are filling up fast. Good day. Now do you understand why we must stop him? He won't rest until he has destroyed every planet in the galaxy. Yeah? Well, I got bigger fish to fry. Bigger than the galaxy? Well, different fish anyway. Look, didn't that commando guy say we could get into that compound? Yes, by using the ventilation shaft. But we will need something special to walk on that. Fine, let's get going then. We'll come back later. You will need a pair of Gadgetron Magna Boots to traverse this ventilation shaft. Unfortunately, our scanners do not detect any Magna Boots on this planet. Вот так вот. Нам какие-то дали новые планеты две. Не помню, на какой именно бутсы. Так что придется на обоих побывать. Но в любом случае, это уже в следующей части. Довольный. И продолжим в них. Но пока всем спасибо за просмотр, удачи и пока. Увидимся. Я уже на корабле.